Бывший выпускник школы, ныне заместитель председателя Госсовета ХАСа Республики Адыгея Мухаммед Ашев прибыл сегодня в Ходзинскую школу, чтобы от всего сердца поздравить всех учителей с наступающим праздником. Вместе с ним образовательное учреждение посетил глава района Заур Хамирзов. В знак благодарности за их преданный и нелегкий труд он преподнес им новенький стол и стулья, чтобы сделать их рабочее место в учительской еще более комфортабельным. Мухаммед Джумальдинович не ограничился только подарками для учителей. Он также не забыл об учениках и их стремлении к спортивным достижениям. Школьной футбольной команде были вручены футбольные мячи, которые наверняка окажутся полезными в их тренировках и соревнованиях. Накануне дня рождения нашей республики решил посетить свой район и наших ребят, молодых футболистов, которые нас радуют своими успехами, поддержать немного. Заодно проведать учителей нашей любимой школы. Выпускником, которого я являюсь, 51 год назад я закончил эту школу, поэтому люблю, волнуюсь, когда здесь бываю. Мухаммед Джумальдинович подчеркнул достижения команды в спорте. Он отметил, что они смогли добиться значительных успехов на спортивных мероприятиях и занимают почетные призовые места. Вы всегда радуете нас своими победами, поэтому мы сегодня за Ураскорбичем решили вас тоже немного поддержать, порадовать. Занимайтесь спортом, это здоровье, это характер воспитывает. Желаю всем вам успехов больших. Наши тренеры делают, уже не одно поколение воспитали футболистов, они всегда защищали не только часть аула, района, но они составляют костяк юношеских сборных нашей республики. Поэтому огромное вам спасибо. А вам больших успехов и в спорте, и в учебе. Коллектив и учащиеся образовательного учреждения выразили свое восхищение и благодарность своему земляку за его вклад в развитие школьного образования и спорта. Сегодня в МБО СОШ номер 11 аула Ходз было праздничное событие. Приехал к нам в гости бывший ученик, односельчанин Ашев Магомед Джумальдинович. Приехал он, как обычно он приезжает, не с пустыми руками. На день учителя подарил коллективу школы очень красивый переговорный стол со стульями, а также футбольной команде, которая одерживает всегда победы в разных местах, привез мячи футбольные. От лица всего коллектива, от лица детей, всех учащихся, от лица участников команд, футбольной команды хочу выразить большую благодарность Ашеву Магомеду Джумальдиновичу за то, что он всегда, в любое время, невзирая на то, на свою занятость, всегда находит время для того, чтобы посетить родную школу и родной аул, и никогда не забывает о своих учителях. Отныне в новом обновленном рабочем пространстве и с новейшими футбольными мячами педагоги и школьники будут иметь лучшие возможности для успешной работы и достижения новых спортивных вершин.